Регулярные гастроли американцев Skillet в России – следствие бешеной популярности. Каждый раз после российского тура группа уезжает домой с чемоданами подарков. Я всегда получаю много предметов с президентом Путиным, например, тарелки и еще русские балалайки. В этом году приверженцам христианского рока Skillet исполнилось целых 20 лет. Одного из участников первого состава, лидеру группы Джону Куперу, в начале пути посоветовал его пастор, а название для группы выбирали концептуально. Skillet переводится как «сковорода, на которой ты готовишь яйца». Идея была в том, что ты кладешь на нее все свои ингредиенты, словно готовишь омлет. Ну а следующий юбилей — это 20 лет твоей свадьбы с вашей гитаристкой Кори, да? Да, 20 лет в марте будущего года. В мире очень мало людей, женатых 20 лет, особенно в шоу-бизнесе. У меня есть свадебная татуировка в виде кольца. Вот она. Это чтобы никогда его не снять, да? Верно. У пары Джона и Кори уже есть двое детей, ну а недавнее детище всей группы – свежий и мощный альбом Unleashed. В него классно заниматься в спортзале или бегать, но в то же время я хотел записать песни, которые помогут людям сбежать от всех тех ужасных вещей, которые творятся в мире. Вот только выучить русский Джон пока не успел, есть время до следующего приезда в Россию.